что ж, всем привет, мы продолжаем проходить Супер Мид Бой, это у нас 11-я часть, получается, наверное, финальный, скорее всего, у нас финальный стейдж, как бы даже мы прошли уже босса, этот стейдж не стейдж, я не знаю, блин, его на карте не было, вот, в общем, нам нужно сбежать с этой мадам нашей, вот, и мы попытаемся это сделать сейчас. У нас полтора часа, я думаю, хватит времени, хотя, блин, проблема в том, что я уставший, уставший после двух стейджей уже. Финальных. И я могу ложать сильно. Может быть, там не нужно прыгать было в той пиле, где я ошибся в конце. Но там осталось копейки, по идее. Ну, блять, ну цепляйся! Только что же цеплялось все. О. Да, короче, его не нужно держать влево, и тогда он отлично прыгает. Но я все равно это делаю. И что тут ебанутые прыжки тоже. На самом деле я уже не хочу проходить. Я уже не хочу. Это что было сейчас? Я нажал прыжок. Ну чё ты, блин, прилепился к стене? Он прилепился к стене. Когда что закончится уже? Блин, может там уровень-то есть в конце? Как ты это сделал? Блять, я не знаю. Я уже просто не хочу играть. Ну, босса заново не хочу проходить тоже. Кстати, я ж там был близок.
Бля, да сколько можно? Блять, я не могу. Слушай, а может быть с левой стороны по стене прокатиться просто вниз, там платформа как-то стоит. Это что такое? Ага, она чуть правее. Окей, чуть-чуть правее. Блин. Ну почти прохожу уже, да? Да ну, прыгай, пожалуйста, ну прыгай. Окей. А куда? Туда? Серьезно? Нихера. Блин, я думал, это финал уже. Ну, сука. Я неправильно сделал и все пролетел.
Бля, что я сделал-то? Ой, ё-моё. Там ещё в конце сложно. Взяли и расстроили меня, что еще один стейдж тут есть. Ну я все ближе и ближе, надеюсь. Блин, 13 минут, обалдеть. Просто знаете, вот, когда ты доходишь очень далеко, ты прикладываешь очень много сил, чтобы, ну, не упасть, не проиграть. А ты проигрываешь? Ой, ты, тебе прям в следующие разы тяжело играть. Блять. Почему, блядь, я перестал допрыгивать-то? Ну еще огромный такой стейдж, что, блин, так не подумаешь. Я перестал прополучаться мне тут. Ни херня, блин. Там вообще одно из самых легких мест было. Так я не хочу уже. Блин.
Ошибся, кстати. Да перестань, блядь! Ну можно проходить легкие места-то! Лагануло перед этим, обалдеть просто. Наконец-то. Пиздец. Ну я уставший, блин, уже. Я боюсь, что уровень не сохранился. Пиздец-то было. Да блять, ну что это было? Сука. Как можно так ошибаться? Ну это же пиздец. Пожалуйста, пройдись уже. Пожалуйста, я хочу пройти это. Проиграю, блять. Прикиньте, если таймер еще был бы. Жуть какая. Я не знаю, что это выступ, но он полезный очень. Я просто обязан где-то здесь ошибиться когда-нибудь. Да. А, ваху, это было тяжело очень. Ох.
Чё, пробуем. Что это вообще такое? Пахнет вкусно, знаете, как жвачка какая-то. Да, как жвачка. Я такое просто не пил. Ну, кстати, вкусненько. Довольно вкусно. Отличный подарок. После прохождения этой игры. Ой, у меня даже голова начала болеть. Потому что, типа, это дополнительный уровень. Предпоследний стейдж, это вообще, это очень сложный стейдж. Предпоследний безумно сложный стейдж. The end! Chapter complete! Ну, проходить мы Dark мир не будем. Мы сюжет проходим. У меня не полное прохождение обычной игры. Ну, типа, до финала, естественно, но... Вот так. Ох, блядь. Это было тяжело. Во-первых, что хочу сказать, что держит здесь сюжет себе такой себе, естественно. Хотя, что значит естественно? Мне посоветовали эту игру после мессенджера. Мессенджер в плане сюжета был охеренный. Просто вот. Там не совсем был платформер, там скорее был метроидвания платформер, вот так вот. Это чистый... То, что я говорю, платформер. Он гораздо сложнее. Ну, скорее всего, да, там боссы были простые довольно-таки. Здесь прям вообще жестко было. По крайней мере, некоторые стейджи. На предпоследнем вот там мире был сложный стейдж один, где на время нужно было убегать от коконов. Жесткий стейдж был. Здесь было три последних тяжелых все-таки. Ну, долго сидел на них, долго, да. Тут не поспоришь. В остальном, все остальные стейджи, ну, есть что-то сложное, но в основном нет. Там был еще какой-то момент, где я пытался срезку сделать там жестко, там стейдж за 30 секунд проходится, а я за 6 прошел. Вот. Но, естественно, это не рекорд вообще никакой. Там можно быстрее было. Там можно было сразу после того, как ты туда запрыгнул, попасть на финал. А я перелетел его. Вот. Что еще там? Оценка? 8, наверное, да. Но, наверное, это все-таки не совсем мое. Я в конце уже хотел, чтобы это закончилось. Вот серьезно, ты сидишь, ты понимаешь, что ты его пройдешь, потому что он проще гораздо, чем предыдущий стейдж. Вот, например, вот с последним, где ты с спиногрызом сидишь, у тебя, короче, предыдущие стейджи были ощутимо сложнее. Это ощущается, это видно. А тут... Ты сидишь такой, блин, ну я же могу их пройти, это гораздо легче. Но ты это не делаешь. И это начинает бесить. Вот. Как видели, типа я горел в основном даже не с игры. Наверное, подтвердить можно это. А с того-то, что у меня джойстик, блин, не работал нормально должным образом. Кстати, что-то отключился вообще. И телефон сегодня. Сегодня телефон меня вымотал, прям обалдеть. Голосовыми, еще там что-то. Ну, это жопа была. Вот. В принципе, наверное, все.
семерку, и может даже шестерку. Не, семерку, наверное, поставлю. Семерку. Ой. Дальше у меня игра по моему желанию. Это Steel Rising. Да, вот этот мир, который за пластырскую девочку играешь, он вроде гораздо сложнее. Но это уже не сюжетный вроде как. А, сюжетный, блин. Серьезно. Это как DLC, походу. Не, ну стойте, мы его победили! Тут даже босса нет. Давайте просто посмотрим. Ого! Фига музычка играет. Не, ну здесь вообще пиздец. Не, у нас титры были. Все, давайте посмотрим следующую игру, которая будет. Блин, у меня там ничего не открыто же. Да, нормально все. Так, следующая игра — это Steel Rising. Это у нас... Вот он. Рейзинг — это что-то типа соус-лайка. Что-то типа. Ну, не совсем. Вот. Вроде простой очень. Это как бы я входить буду туда. Блин, ну опять тяжелая игра получается. Такие дела. Окей, ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там и скриншоты, обзор саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.